Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами разберем, какое средство лучше использовать для подмотки резьбовых соединений, водоснабжения, отопления, ну и в принципе газа. Вот. Самый распространенный это у нас сантехнический лен с пастой, это у нас анаэробные герметики и это у нас сантехническая нить. Вот эти три средства для подмотки соединений резьбовых мы сегодня будем с вами рассматривать. И в итоге, по итогу этого видео, мы с вами выберем самый надежный, самый лучший вариант, который можно будет использовать для работы. Я использовал все три варианта, которыми можно подматывать резьбовые соединения, поэтому сегодня я вам расскажу о каждом отдельно. Покажу, как это все происходит, ну и мы с вами в конце видео, в общем, выберем, либо решим для себя, какой вариант для нас все-таки лучше и какой буду использовать в будущем я. Если вам это интересно, поехали! Первым на повестке дня у нас сегодня будет сантехнический лен, который можно использовать совместно с функой, либо сантехнической пастой. Вот эти два варианта это самые бюджетные, самые простые в использовании. Не нужно особого умения, просто подмотали резьбовое соединение, намазали вот эту сантехническую пасту, все. Данный вид подмотки позволяет вам отрегулировать в нужном положении, установить, допустим, кран, установить, допустим, эксцентрик, ну, либо любое другое резьбовое соединение, где вам нужно задать какой-то угол, градус. Это надежный способ. Его используют уже давно, причем давно, так сказать, даже еще до того, как я начал сам заниматься сантехникой, вот этот сантехнический лен, он уже был. Меня научили работать сначала им. Вот. Ну и теперь я, в общем, периодически использую в работе его. Так, понятно, сантехнический лен, сантехническая паста. Это первое, что можно использовать для подмотки резьбовых соединений. С ним можно отрегулировать ваше резьбовое соединение с нужным углом, с ненужным градусом, в общем, в любом положении, которое вам нужно, вы можете его зафиксировать. Также его можно спокойно отвернуть в обратную сторону, если это необходимо. Ну, то есть совсем чуть-чуть. Следующим на повестке дня у нас сантехническая нить. Это у нас нить Sprint. Данная сантехническая нить это нечто похожее между сантехническим льном и пастой, герметиком. Ну, в общем, наматываете таким же образом, как и сантехнический лен. Но при этом вам уже не нужно использовать никаких паст, никаких герметиков. Просто вот эта сантехническая нить наматывается на резьбовое соединение. В общем, все довольно-таки просто. Можно использовать в любых соединениях. Также с помощью него можно отрегулировать и задать градус. Соответственно, так же, как и сантехническим льном. Его я тоже использую для своих резьбовых соединений, где это необходимо. Довольно-таки удобно. Можно брать всегда с собой на какую-нибудь быструю работу, либо всегда иметь в своем арсенале, где нужно быстро что-то подмотать, где-то что-то зафиксировать. Сантехническая нить довольно-таки удобна в этом плане. То есть ничего больше не надо, просто вот такая коробочка с сантехнической нитью внутри. Отдельные катушки, они выглядят вот так, продаются вот в таком виде. Можно купить отдельно вот такую упаковочку, можно дополнительно взять себе вот такие еще ниточки для дальнейшего использования. На десерт я оставил самый такой продуманный, самый хитрый, самый сложный вариант подмотки. Это вот такие вот анаэробные герметики. Вот их три вида. Синий, красный, зеленый. Кто с ними сталкивался, он уже знает, то, что красный это самый мощный, синий это послабее, зеленый это самый слабый анаэробный герметик, который можно использовать для резьбовых соединений. Ну, постоянно я его называю герметик. Не знаю. Ну, в общем, это гель. Если герметик скажу, вы не обижайтесь, это то же самое практически, что гель, герметик, это одно и то же. Ладно, для меня. Вот, в общем, чтобы использовать данный анаэробный гель, я их использую их только в тех соединениях, которые мы зафиксировали, сильно зажали, и уже мы не предлагаем к ним никаких действий, воздействий. Нам не нужно их откручивать, докручивать, закручивать, чтобы не сорвать уплотнение. Потому что если мы хотя бы чуть-чуть на долю миллиметра провернем, у нас может возникнуть микротрещины, после которых оттуда, возможно, через какое-то время просто сочится вода. Поэтому использовать данные анаэробные гели я рекомендую только в тех местах, где вам
можно подмотать и забыть, больше к ним не прикасаться. Я вам скажу так, процесс это не ускоряет, это нужно использовать только по назначению, то есть любой из этих видов соединений нужно использовать по назначению. Просто так везде пихать, допустим, вот эти вот анаэробные герметики не стоит. Смысла нет, потому что возможность протечки у вас все равно будет. Так как вы можете случайно, там, допустим, задеть резьбовое соединение, его случайно подтянуть, перетянуть, и в итоге после зафиксирования она может дать небольшую трещину, и вследствие вы просто получите течь. Ну, это естественно, если вы сделали что-то неправильно. Для улучшения работы с этими анаэробными герметиками вам рекомендуется использовать также вот такой вот активатор, который ускоряет процесс работы данного герметика. Ну и соответственно резьбовое соединение, перед тем как наносить вот этот самый анаэробный герметик, вам рекомендуется его обезжирить. Все вот эти средства естественно можно использовать как в комплексе, так и отдельно. Ну, я вот рекомендую, в общем, если вам нужен качественный монтаж сантехники, вы хотите работать с данными видами резьбовых подмоток, то я рекомендую вам использовать их все. Как понимаете, среди вот этих вот всех вот средств, которые я вам сейчас показал, это анаэробные герметики, это самый простой вариант, это лен сантехнический и вот такая вот сантехническая нить. Среди вот этого всего нету лучших. Есть только те, которые нужно использовать по назначению. То есть использую я их все. Использую их я по назначению именно в тех местах, где это необходимо. Куда-то где-то использовать только одно единственное средство, это ну, просто нецелесообразно. Лучше использовать все там, где это нужно. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что среди этих нету лучших, есть только хорошие, которые можно использовать там, где они нужны действительно. Вот. В общем, надеюсь, вам все понятно. То, что использование данных вот этих всех средств можно только там, где это действительно надо. Не нужно пихать все в одну точку. Не нужно использовать это все там, где это не нужно. Самый простой вариант. Возьмите всего по чуть-чуть и пользуйтесь им на здоровье. А если вы хотите узнать об этих вот средствах подмотки, об этом всем поподробнее, ссылка есть в описании. Заходите туда, смотрите. Также можно там все это заказать. Ну и узнать об этом всем более подробно. А пока все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас было полезно. И вы оцените его лайком. Ну, как-то так. Все. Всем спасибо. Всем пока.